полигон БелАЗ в рамках конференции для потенциальных покупателей, прессы, руководителей различных масштабов. На полигоне БелАЗ сегодня вот такие замечательные покатушки на технике. Представлено все самое новое. Это троллейвоз. За ним стоит самый большой БелАЗ. Вот это гибрид. Вот это электромобиль. Ну, электросамосвал в данном случае. Перспективные разработки. Все в движении. На многом разрешали покататься в качестве пассажира. В общем, как-то вот так.